Меня зовут Яна. 30 лет я уже своей жизни прожила. Здесь я не первый раз. У Романа я уже с 2015 года. Хожу на его практике. Вот, ученица Романа с 2015 года. В общем, приезжаю сюда, чтобы восстановить свое поле, чтобы перезарядиться, чтобы выстроить правильное, красивое намерение, ну и реализовать его. Но если прям из такого прям материального, потому что я намерение часто ставила на состояние, чтобы у меня внутри была радость, счастье, любовь, которыми я могла бы делиться. Но из материального у меня очень крутое есть намерение, которое действительно реализовалось, хоть и там не в миг, прошел год, но это пришло. Я выстраивала картинку большого дома, где я буду жить со своей семьей, со всеми бабушками и дедушками. Это было большое белое пространство, очень красивое, открытое, возле природы. И, в общем-то, так пространство подстроилось, что буквально намерение оставила зимой 2015 года. И осенью 2015 года, даже меньше года прошло, у меня вот появился такой вот, собственно, дом. Надышала, поставила намерение. Вот, а на состояние, у меня состояние все время меняется, и я чувствую, что оно меняется всегда к лучшему, оно становится шире и более объемным, и восприимчивость становится тоже шире. Ну, скажу честно, когда я пришла первый раз на тест-драйв, это было 12-минутное посвящение в то, что Рома делает с людьми, для меня это сыграло первоочередную роль, потому что у него все эти вопросы были закрыты. А для меня закрытое основание, фундамент крепкий, это был очень важным вопросом, решающим, потому что я всегда, когда думала даже о духовных вещах, я всегда не представляла, как это, в принципе, коррелируется с материей на тот момент. Но Рома увидела, в общем, и поняла, что это можно все красиво реализовать, забалансировать. К Роману я пришла, в принципе, будучи полной карьеристкой, хотя была мамой в декрете, которая была готова оставить 6-месячного ребенка ради своей карьеры. И, в общем, после... Ну, к примеру, сейчас я выучиваюсь уже на йога-инструктора, и за этот период, 3 года, я уже поменяла несколько направлений реализации себя, и каждая попытка, ступенька, это была вот трансформацией некой. Вот, поэтому сейчас в чем заключается моя трансформация? В том плане, в плане материи я была очень крепко на земле, но сейчас для меня очень открылся красивый, духовный, классный, радостный мир. И от жизни я могу получать удовольствие в процессе. Я не ставлю каких-то целей. Я просто вижу жизнь как приключение, мое приключение, индивидуальное путешествие мое. Вот, только мое, моими глазами. И, в общем, это классно, когда ты находишься здесь сейчас. Потому что раньше этого не было. Раньше были планирования, цели, достигаторы, помогаторы. Сейчас это просто осознавание себя в каком-то крутом потоке жизни. У меня 2 детей. Вот, и это классно. Раньше это, может быть, было тяжело как-то. А сейчас просто я ловлю от этого большое удовольствие, в общем, от самой этой жизни, с 2 маленькими спиногрызами. Они даже меня не выбешивают, и они не раздражают, а дарят счастье. В общем, как-то так.